Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня аккаунт за десяточку. Позабирал я веселые интересные плюшечки. И сегодня мы покачаем немножко сил. Получили мы дофига разных, я считаю, обалденнейших плюшечек. Это у нас скины на героев. Это у нас три дракона. Даже не только три, а даже четыре. Если отсюда еще и вытащить Огника часть, ну, конечно, мы его не соберем с 15 сундуков, я показывал вам. Поехали, будем качать силушку, посмотрим, что у нас получится по аккаунту, хотя бы плюс-минус на сегодня. Так, окей, поехали, сразу открываем недостающего нам героя, это у нас Некрос. Вот так вот. Плюс один донатный герой. Итого мы имеем, в принципе, кроме тех, которые идут за покупку определенных количеств самоцветов, то есть там шапка, минотавр и разруха, у нас есть фактически все почти донатные герои. У нас только розы не хватает. Ну, если ее называть донатной, можно и так собрать, но видите, сколько маловато ее. Так, кого нам бы такого еще сюда надо было бы? Ну, Роза это понятно, Гаргул. Но Гаргул, в принципе, его и так можно будет собрать. Одера тоже можно будет собрать. Варлока мы выбьем. Космо. Ну, Космо это самый имбовый герой, конечно, что нужен. Седна, Лазуля, Асура, Махатма. Так, в принципе, все основное и есть. Так, окей. Напоминаю, этот аккаунт будет на розыгрыше, я думаю, в конце месяца мы его разыграем, поэтому смотрите, что надо делать, условия, и будет вам счастье. Так, что у нас по плюшкам сегодня? Забрали мы скины, давайте, КГшки у нас есть, давайте прокачаем скины для Бугимена, для Махатмы, которой нету, для Фрейя. Так, это опять сейчас будет каждый раз при прокачке вылазить. Интересно, нам, наверное, скорее всего, не хватит этого. Не хватит КГшек. Я так смотрю, то скорее всего, что нам КГшек сейчас не хватит. Так, окей. Давайте на Фрейку скин качнем. Это важнее, чем Махатма, которой нет. Да, вот видите, не хватило кагашек. Так, хорошо. Можно, в принципе, можно сделать вот так вот и докачать. Я думаю, мы все равно сенсы еще получим. Такс, 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 такс. Скины, скины, скины. Так, отлично. Ну, этих я пока качать не буду, особо смысла нет в этом. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. С этим разобрались. Поехали посмотрим, что у нас там по ресурсам. Запашек у нас хватает. Нам надо подземки проходить. Так, для подземок у нас вариант Анубис, Баст, Огненка, Баст, Баст, Баст. В принципе, нам Анубиса с Бастом он более универсальный будет. Там нету смысла, я уже показывал с Пактом. Да, он дамажит, но он сливается намного быстрее. Поэтому качаем сейчас Анубиса. Ну, здесь давайте даже так сделаем. Здесь у нас ресурсов хватает. Так, 6 героев есть на 6 героев. Тут вообще на больше есть. Так, отлично.
Анубиса мы качнули. Тут смысла качать пока нету. Командора не трогаем. Так, тыковка. Ну, тыковка хотелось бы исцеления, пока подождем. Что у нас тут еще такой интересный для прокачки? Так, Хрон на доремке. Видите, ремок нет. Так, Ронина качаем однозначно. Кофинка. Представляете, сколько у нас сейчас силы поднимется на этой теме всей. Так. Что у нас есть? Грубая сила, пакт. Я все-таки вкачаю не с пактом. С пактом, конечно, Афина классная, дамажит много, но такой вот вариант лучше будет. А что? С бастом. Так, Бугимен. В принципе, на Бугича и на Ворожея у нас есть талантики. Поехали, их используем тоже. Так, это у нас идет на Ворожея. Это у нас идет на Бугимена. Так, есть. Бугимен есть. Дальше. Так, Фрейка. У нас печально пока что все. На ПБшке ПБшку мы качнем вот такого вот. Нам тоже нужен будет. Так, хорошо. А, не хватает мне уже там камней, я понял. Так, получили самики за таланты. Ой, спасибочки. Нормально так у нас уже накопилось. Себе. Видите, какой подгон, прям прет, ребят. Все для нас. Так, не забрали, мы их забираем. И сейчас будем книгами просто прокачаем, посмотрим, что у нас получится по силе, какой прирост. Так, отлично. Некросу десяточку сейчас. Не знаю, качнем. Мне там надо 23, по-моему. Нам как раз таки не хватит. Из-за того, что мы немножко слили. Да, видите, как раз не хватает 2 слизня. Но это не страшно, в принципе. Так, с этим разобрались. Поехали дальше. Дальше у нас ап. Вот давайте ради интереса сейчас посмотрим, что у нас получится по героям, если мы их поапаем всех до двадцатки. Так, что-то мне надоедает то, что выскакивает этот никнейм. Давайте попробуем. Даст ли нам сделать такой? Ну, думаю, вряд ли. Не дает. Если сделаем так, то уже. А если такой вот ник сделаем, вот такой пустил, потом если что изменим.
Так, окей. Меньше теперь у нас будет выскакивать всякой фигни. Там у нас было около 8000, по-моему. Сейчас мы посмотрим, как у нас на героях начнет силушка расти. Я не знаю, 1050, конечно, наверное, нереально. Хотя, в принципе, вполне, смотрите, как сила растет. Так, это надо нафиг слить. Единственное, что вот неудобно переключать, вот это все щелкаешь между героев. Так, давайте раз, два, чтобы они место не занимали уже. Сразу же куча титулов у нас идет. Сразу открывается куча возможностей. Спасибо, спасибо, ребята, мы это знаем. Вы считаете, фактически по 800 с героя получается у нас прирост. Плюс-минус. Ну, если десятка у него вкачанная. Не знаю насчет, что-то я погорячился насчет. Хотя мы только начали до 20-е качать. У нас еще и питомцы не вкачанные. Тут тоже немаловажно. Там тоже хоть какой-то прирост будет. Ну, сейчас закончим. С такой прокачкой героев и пойдем дальше. Так. Это жесть, конечно, сколько героев, блин, на таком аккаунте. И десяток уже. Так, Фрейка. Стрелок. Так, этого не качаем, его бесполезно все равно качать. Так, что у нас еще Бугиман остался и все, что ли? Быстренько. Однако. Так, смотрим. Давайте еще этих мелких докачаем. Как-никак, все равно какой-то прирост по силе будет.
Так, отлично. Вот так вот. Теперь смотрим. У нас только одна таблетка. Сейчас будем развлекаться командорой. Так, опять у нас просит что-то построить. А, у нас уже 28 тысяч. Нифига себе, я даже засмотрелся. Я уже 28, еще плюс 2 тысячи апнули. Отлично. Ух ты, мне бы таких героев сразу же сюда. Так, я понял, все, я понял. Нифига себе, смотрите, как силушка поперла. Отлично. Сейчас мы тут ребят с вами накачаем. Или не накачаем. Так, а у нас орденов не хватает. Супер. Собрались качаться. Так, хорошо. Это, конечно, улыбнуло, нету орденов. Что у нас делается? Так, можем просветы качать. К сожалению, да, видите, орденов у нас нет. Надо нам расходники. Так, это книги у нас и хватает. Давайте сумочки огника откроем. Плюс 56. Ого, нифига себе! Это жестко. Смотрите, что у нас получается. Сто тридцать три, офигеть. Жестко. Это нереально жестко было. Так, хорошо. 33 тысячи у нас открылись уже смотрители. Так, еще какие-то плюшки нам дают. Как все хорошо. Так, 33. Давайте поставим командора. Классно, когда у тебя ресурсов дофигища. За минималку даже доната у тебя, блин, столько ресурсов, и ты не паришься. Где там наш панчбокс? Да, нам нужны теперь слизни и какашки. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Что хорошего, Дипанчбокс? Хорошего ничего. Так, поехали на подземки. Нам надо подземки проходить, чтобы получать эволюцию. Смотрим на командору. Хотя, что тут смотреть? Нам бы космос сюда с Римочкой. Было бы вообще отлично. Так, нам там, по-моему, на переход десятка нужна, если я не ошибаюсь. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, отлично. Смотрим. Что у нас дальше получается? Сколько мы сможем реально поднять силы? Плюс 95. Так, ну это эти, которые не вкачанные. Ну-ка, тыковка. Плюс 97. Короче, фигню мы дальше поднимем. Надо все-таки будет вкачивать сейчас хранилище дальше и побыстрее это все развивать, потому что без хранилища реально это все долго будет качаться. Вот так вот. Так, давайте тогда ресурсы.
Так, что, достроим таблеточки, наверное. То как-то мы печально с одной таблеткой на базе. Так, вот на людей будем похожи. Так, ну что, давайте хоть героев выставим более-менее. Так, раз. Вот там возьмем еще такого интересного. Два. То чувство, когда Сарделя просто за 5 минут. Где-то там далеко-далеко. Так, кого возьмем еще сюда, в эту пачку? Вот нормальная теперь пачка, можно теперь трешевать, подземки проходить и прочее. Нормально. Ты чувствуешь теперь себя человеком. Окей, ребят. Итого мы качнули плюс 25 косилы. Можно, конечно, дольше качать, больше, но у нас пока ресурсов не так уж и много. Пишите в комментах, что вы хотите дальше видеть, какие локации проходить, не проходить. Силушка, как видите, чуть-чуть у нас выросла, и соответственно у нас возможностей теперь намного больше. Давайте что, давайте попробуем словить имбу. Так, это что-то я в алтарь. Так, вот я хочу. О, варлок недостающий, отличненько. Купидончик. Еще один купидончик. ББшечка. Зря я, конечно, ролил. Леди Лео, ну, десятка. Десятка слита, не зря. Это был мега роллинг. Так, ну, давайте посмотрим. Смотрите, мы достали недостающего варлока. Это однозначно плюс. Леди Лео, 2. Так, а что там у нас по купу? Пиздончик, что-то где-то. Что-то я даже не помню, какой он там фракции. Ребятушки, плюс 3 героя еще дополнительно достали с роллинга. Вот вам роллинг по 1500. Вы скажете, не надо было роллить. Надо, все надо. Окей. Отличненько. Еще плюс 1 герой. Потом, кто у нас там? Варлок и Леди Лео. Итого у нас за сегодня получилось. Нехило так. Получился варлок, купидон, Леди Лео 3, Некрос 4. 4 героя в плюс. Я считаю, это отличный результат. У нас все меньше и меньше. Ну как все меньше и меньше? Хватает героев, которых надо выбить. Но все в процессе. Все, пишите комменты, как обычно, лайки, репостики. Все дела. Всем удачи, всем пока.